Так, сегодня прочитал, что в Барановичах построили новую дорогу, соединяющую восточный микрорайон с южным якобы. Так что сейчас проедем на велосипеде, посмотрим, что за дорога новая, какие условия, какие возможности там для велосипедистов. Поехали. Сейчас мы едем по улице Фроленкова. Вот дорога на Русино. Здесь у нас сейчас будет поворот направо. Так, здесь поворот направо. Переезжаем переезд. Вот так, переезд переезжаем. Справа завод бывший ПДО Барановича Древ. То, что от него осталось, было прекрасное предприятие при Соколове. Сейчас это загубили. Прекрасное предприятие, очень жаль. Так, сейчас, как я понимаю, поворот налево. Здесь была контора. Сейчас ГАЗ-институт. Была контора когда-то завода Барановича Древ. Поедем по тротуару. Что дорожка для асфальтированная узкая, одна полоса всего. Мы посмотрим. Но пока она такая привлекательная, но узкая. Ну хотя для этих, так сказать, объемов, которые здесь, я думаю, достаточно. Здесь наверняка не будет много машин, зато хорошие съезды, удобные. Так, первое препятствие, пацан на велосипеде, это всегда опасно. Они ведут себя непредсказуемо, эти велосипедисты малые. Вихляет, едет как угодно. Вот еще один такой же кадр. Так, поэтому мы выезжаем опять на тротуарчик, на этот. Тут показано, что знак для пешеходов, а где же для велосипедистов? Понятно, значит, нет условий пока здесь. Мы поедем по этой дорожке. Никого нет, свободно. Лесок слева. Очень симпатичная дорога пока. Вот справа это район Восточный. Когда-то здесь строили жилье для работников завода стройдеталей. Потом позже ПДО Барановича Древ она называлась. Я работал на нем 2 года, столь установщиком, потом крановщиком. Ну, красивая пока дорога, хорошее полотно, идеально ровное, пока новая. Ну, она, с дороги всего-то месяц, ну, где-то в начале мая ее открыли. Да, кстати, название ее как бы Восточный проезд. В последнее время в Барановичах, последние годы, вот создано несколько таких дорог, объездов с названием Восточный. 6 лет назад была построена объездная дорога, так называемая Восточная объездная, которая соединяет Олимпийскую трассу Брест-Москва дорогу с дорогой Р4 Барановичи-Ляховичи, там, которая проходит через Дубово, там Лавриновичи, Гирова и так далее. Там. Так, пересекаем тут железнодорожные пути местного. Когда-то ПДО Барановичи Древ пользовались, вывозили здесь и подвозили лес. Дорога интересная, такая живописная, надо сказать. Она вот змейкой такой виляет. Сделан тротуарчик. Впереди, по-моему, здание, это, по-моему, ГУВД. Управление внутренних дел города Барановича. Большое здание. Это уже будет улица Чурилина. По-моему, это и есть уже, так сказать, финиш этой дороги. То есть это, если считать, что Чурилина это южный микрорайон, то, хотя, по-моему, это военный городок. Военный городок к южному микрорайону никогда не относили. Так, ну вот тут прокладывают еще, так сказать, коммуникации.
Вот мы подъезжаем к ГУВД, и дальше дорога слева — это дорога на аэродром, а справа пойдет дорога уже на... Выезжаем на улицу Чурилина. Ну да, вот и закончился этот проезд восточный. Попадаем мы на улицу Чурилина. Получается, значит, от Барановичи Древа до управления внутренних дел дороги. Короткую, 700 метров длиной. То есть нет необходимости ехать там через мост, который находится на Бараново-Тельмана. Это, конечно, в несколько раз здесь сокращается расстояние. Но вот слева можно поехать, эта дорога пойдет на как раз на Южный. Можно попробовать. Едем по этой улочке. Вот здесь вот милиция, ГУВД. Едем на Южный. Так что до Южного еще... Южный считается, это улица 50 лет ВКСМ, а Чурилина к южному микрорайону никак не относится. Это немножко ложная информация.